Так, что у нас? 17:30. Сейчас суммоним, смотрим всех. Чарки, хуярки, всю хуйню. Чтоб все было охуенно. Нахуя вы меня суммоните здесь, блядь? Дядя Степа, дядя Степа, блядь. Марухич. Я вот не понимаю, нахуй, почему ЕП по 100, почему такая хуйня вообще? Это какая-то поебень. Марухич мне он сказал, получал вчера сколько-то ЕП, сколько, 100% что ли? Чуть не могу понять. А, это ты сидел на замене и получил 50%, да? Он мне написал, что начисляет по 100 ИП за босса. Сколько убьем, по 100 ИП, типа. Ну, за приход 25 я дал. Так, Флуфи, ты в Дисе? Флуфи, да. Это самое. Ты кто вообще? Пук? Ну, говори что-то, блядь. Ты тут? А, ты Ферал. Это самое, блядь. Ну ты с ЛФГ, тут люди с гильдии, это самое. Я вот думаю, блядь, во-первых, мне нужны РДД, блядь. У тебя совы нету? А, блядь. Понятно. А чё, вот все, кто сидят, вот я знаю, двигался я добирал. Все остальные с гильдии, вот это все, да? Или кто-то еще с пугов есть? Мини-вейл это кто, блядь? Мини-вейл, давай. Осматривайте людей, короче, я потому что всех не осмотрю быстро. Кинжал. Хули приста катарова. Так, хули приста смотрим. Рога хуй знает. Рога, ты тут в Дисе, плюс они что-то. Сколько ДПС даешь? Хули прист, ты тут? Это, за хули приста как играешь? Ест квна лорда. Хуй знает. Наверное, есть у кого-то. Тактику фул знаешь? Рога, сколько ДПС даешь? Напиши. Ладно, холиприст мистер Дру сойдет. Похопала Рша, блядь. Ну остальные хули своих. Да, да сиди и заебись, чё. Бопы покидаешь диваны. Слушай, ну друид я хуй знаю. Тут это с гильдии, так что это самое. Сорян. Ничего, да? Так что я тебя уберу. Сиди ты, ты 20 тысяч ДПС отдаешь, бля, ебанись. Надо ДПСить же, чтобы пройти всю эту хуйню. Сейчас на сурке глянем, что ДПС. Сейчас на ребре глянем еще. Посмотрю там, как будет ДПС. Если, блядь, кто-то будет 5 тысяч давать. Я вот тоже думаю, как бы, если это милики будут, можно, в принципе, да, такое провернуть. Этот, блядь, кто-то там АФК. Фукака, блядь. Этот кот, а ты тут еще в Дисе? Сколько ты ДПС задаешь? Ну-ка, давай, плюсуй обратно. Я тебе уже даю пати. Я кикнул Энха, нахуй, бесполезного босса. Но будешь иннер кидать, всю хуйню там, БР, ебать. Нахуй он нужен этот энг? Правильная мысль, да? Есть. Да. Так, шаклон. Блять, а кого убрать можно? Вары, кто из вас? Кто из вас? Кто, кто это? КГЗ? Ага, ага. Да, блять, ты дамажишь, заебись. Нахуя тебе уходить? Ты чё, блять? Или тебе платить голды надо? Лонели, вот этот, хуй пойми, это эмобой, по-моему, да, я смотрел в заметке. Кто он, блядь, этот, танк, хил, нахуй, хуй пойми. Шаклон, давай, это, присуманивайся, заебал он офикашить. Шаклон, принимай пати. Ты тут, Шаклон, блядь, принимай. Да долго что-то вниз заходят они. Блять, шкаф исчез. Еще ебаните шкаф. Уже все тут, сейчас шаклону сумнем, пойдем. У кого есть танк аспект сейчас в ДД? Вакати и рунмейт танки. Это для вас может быть новость. Сколько там хп у тебя? А, 4-4.
Все, будешь это на ребре третьим танком. Тоже сразу спекайся. Дядя Стэн, сразу спекайся. Так, фобус сюда. А, то йо, у тебя же тоже 4 ты... Нет, ты больше ДПС дашь. У тебя танк поди пожирнее, чем... Ну-ка, смотри его танка, у тебя пожирнее танк. Но Т4 нету. Да, хорошо, тогда он будет. Шаклон, я тебе ебанул этот самый, как он называется, сумон. Ну, считай, гильдейский рейд. Этот, Женек, Холилайт, просыпайся. Проверка на АФК. Холилайт здесь. Убери там этот АФК, вот эту хуйню у себя. Нажми не беспокоить и обратно включи на зеленую хуйню во вкладке общения. Все, пошли, трэш. Это, на пул только один у нас, так что осторожно, не срывайте. Вон, звездочка, кружок, ромбик, танки. Частицы распределяйте. На ребре там скажу, кто как будет что кидать. Чего? Да, все, анрол там. Вся хуйня анрол. Ну, стандартно. Один анрол писал. У нас же ШМ никто не делает. Я имею в виду этот. А, ну все. Я помню апокал. А, кстати, вчера вы как прошли этот? Шнурки должен был квест делать, да, на ШМ? А, ну хорошо, понятно. Еще сделает потом еще. Он купил? Нихуя. Фактически, то есть он может души собирать, да? Осталось ему души и потом осколки. Если срываете, там стопайте, чтобы, ну, от греха подальше, чтобы вас по 1000 раз, блядь, не бафать. Аккуратненько играем. Это, Рога, беги вперед, раздефусь ловушки там, если видишь. Рога в диссе там, позырь. Плюс они там что-то шумани, если раздефузишь. Так, ага. Это ты одну, да, раздефузил? Ищешь? Ну ищи давай. Что там? Ага. Ебать, разведка нахуй работает. Все, давайте потихоньку вот эту парашу агрите. Ты 4 мобов, ага. И что, пойдет там еще? Он слуга трона сейчас пойдет, ему сало какой-нибудь киньте там. Вот, ебашит. Ага. Короче, блядь, купил наушники, купил мышку, блядь, новую. А то меня старая заебала уже. Два раза кнопка щелкается. Жалко то, что только что щиток не вешает двойной ДЦшный, блядь. Три косаря. Такие средненькие. Там подороже есть, там и за 10, блядь. Ну я, знаешь, какие взял этот Razer, зелененькие такие. Ну из их линейки самые такие дешевые, типа. Да тут какая-то хуйня, я заметил, вот на микрофоне этот. Вот это дырочки для звука, типа, они повернуты не на меня, не к рту, типа, а немножко в сторону, блядь. Я вот не знаю, сильно повлияет, нет? Слуга трону там черепок. Смотрите, чтобы не кастовал, сбейте каст. Вот что-то там, знаешь, в настройках этот ставил, как он называется? Нет, там была такая хуйня, типа лучевая направленность, что-то такое, короче.
типа звук, короче, чтобы лучом направлялся, который типа записывается. Что-то такое, блядь, там. Если что, на ребре комбата тест. Хорошо. Это, ребята, ну по умолчанию все стандартно там. Если какие-то заебы, какие-то конкретно фигнюшки будут приводить к вайпу, там, если вы будете падать на ребре, там минуса будут к роллу. Начнем с минус 10, а там посмотрим. Вот, ну и, соответственно, какие-то АФК, там, какая-то хуйня, там, вайп рейда, если будете вайпать рейд, можете даже и рейд покинуть. То есть стараемся, все играем, полностью все записывается, весь рейд. В каком вы спеке сейчас идете, на тот вы по умолчанию ролите. Если у вас спек фулово одетый, вы можете ролить на второй спек, если вам это нужно. Так. Колечко. Ой, тебя сбрило. Тут тебя сбрило. Ты привык к этой хуйне, да? Да тут видишь, тут один на пул. Еще, но ну, я не знаю. Если с одной тычки мобы убивают, опасно так-то. Ну и это, и фласки, смотрите. С пула я не знаю, там кому-то, если интересно, можете аддонами смотреть, там выпил, не выпил человек. Но имейте в виду, на разроле шмота я смотрю на вас фласку, так что нужно выпить. Если вы окажетесь без фласки, без алкашной хотя бы, то можете получить минус 50 к роллу за фласку. Бля, забей на всю эту хуйню, не надо нихуя. Все, это самое, все нормально, не переживай, Женек, все заебись. Этот Марсест и Фрост, электрики есть, в принципе, один. Значит, смотрите по танкам, как будет. Короче, и Холи Лайт, и Зорик кидаете частицу на дядю Стена. Дядю Стен, найди где-то фласку на ХП, хотя бы его не, блять, ребро тебя захуярит. Сейчас еще забафают, пристабафьте. Вот. Спроси у танков у кого-то, если у кого-то есть, у меня нету. Вот, две частицы на дядю Стена, это раз. Второе, этот самый, этот Эршам, кидаешь на дядю Стена щиток. Обязательно, и обновляешь. Ну и хилишь цепухами Т3 танка, через него, через дядю Стена. Так, Холи Прист. Холи Прист. По АДКшнику работай в основном. По АДКшнику. Ну и Вакати. Вакати в танка спекайся, ты тут Вакати. Ты танк, если что. Викендорф, у тебя, кстати, танк есть? Ну-ка. О, у него заебись. У него получше. Это там 262, ебать. Если, короче, ревностный будет в Акате, скажешь, дядя Стэн, значит, так, рунмейт 4Т4 есть? Да, есть. Все, заебись. Все, жрем рыбу, пьем фласки, всю хуйню. Так. Это... Паладины, вас 100 штук, я там даже распределять не буду. Я думаю, вы все должны бафнуть. А, в Акате. Ну, я так осматривал, когда я видел там Митриос просто. 256-й. Ну, это охуенный танк. Это пиздец. А, магии, ебаните столик. Марсес, ебани столик. Я привык столик брать, чтобы жрать на трэше перед трэшем. Все, сейчас уже скоро пулять будем. Отойдите, блядь, не могу тыкнуть столик, сука. Так. Новая мышка непривычна. Проверка на пул.
Танки стоите в одной точке, а этот рога напуливаешь на рунмейда, основной танк рунмейд. Не таунтите, ничего не делайте, просто стойте в звездочке. Так, ну давайте, с богом, бля, сейчас я поставлю эту хуйню. Ну, фласк, это сбаганный аддон, не обращай внимания. На счет 3 танки пуляем, на счет 2 пьете, на счет 3 пуляем. Раз, два, три, поехали. Давайте ебашим. На ледяных лужах не умирать. Так. Так, вроде живут. Вроде живут танки. Шипы резко разбиваем. Короче, рунмейт, давай Т4. Сейчас посмотрим, как пробивают. О, видишь, пол хп под Т4 снесло вару. Это еще хуйня. Сейчас вихрь будет, сейчас уже нормально. Опа, рунмейда. Давай, давай, хилы кастуем изо всех сил. Сейчас на вихре сначала разбегаемся, а потом уже это захиливаем. Хилы, главное, вы во льде не стойте. Себя не уроните. РДДшники тоже там выхилые. Ебать. Ну и геймплей, конечно, блять. Тыкать щиток. Опа, я в лед встал. Хершам, не сдохни. Ты нам очень нужен. Кстати, после вихря дашь Геру. Когда босс встанет, я скажу тебе. Сейчас за спину босса сбегаемся, танков готовимся захиливать. Сука. Давай Геру. Вставаем, в одну точку встаем, все за спину. Так, протовар давай Т4 свое. Шипы разбиваем. Дал, да? Ага, заебись. Так, сколько там? 3 секунды осталось. В Акате ебани по дяде Степе этот длань жертвенности. Капельку. Так, кому ПС-ку 500 голд? Владравину дал. Косарь отдашь потом. Так, вихрь пошел, заебись. Давайте распрыгиваемся. Эршама, не сдохни. Не упади. Из луж выбегаем и потом цепуху ебашим. Изи. Сколько там до незыбки у тебя осталось, родмейт? Блять, Эршама, не сдохни, ебаный в рот. Так, за спину встаем, за спину. Быстрее. Т4 есть, родмейт? Ага, заебись. Заебись. Частицы обновите, если что, я не вижу, там на дяде Степе есть, нет? Смотрите, проверьте, чтобы было частица. Флаффи, да, кот. Ебани. У нас все заебись вроде с маной. Так, в Акате давай массакру. Главное дядю Степу не проебать. Так, что там до вихря? 10 секунд. Живем, блять. Все, вихрь, разбегаемся. Интересно потом хпс глянуть. Чё там холиприст ебашит? Так, скоро закончится вихрь, готовимся. Забегать за спину. Забегаем за спину, в огне не стоим.
блядь, милики, сука, в огне не стоим. Давай Т4, дядя Степа. А, да? Что-то долго, нихуя себе. Холли приз, не сдохни. Ладно, ну пока блок щитом тогда нажми, поможет. Если не в КД. Блять, рунмейда уроним сейчас. Давайте хилим хорошенько. Блять, рунмейд, что за... Вы, сука, не в одной точке, что ли, стоите? Я не могу понять. Встаньте в одну точку, нахуй. Друг в друга, блять. В танк АДК, вы его не видите, что ли? Он дамаг ловит, как будто вы там вдвоем стояли. Вот, теперь получше. Это в Акате, ты там стоишь с ними? Смотрите внимательно. Все, убили, блядь. Так, ДПС 202. Это хороший ДПС, в принципе, для ребра. У нас в руке должно быть больше. Думаю, 250 будет. Так, раш маловато. Не, хороший ДПС. Да, нет, в танке останься. В танке останься. Танчите в три танка, леди. Сейчас. Идем быстренько на леди. Хилы уже там. Наверх бегите. Зорик, наверх бежим. Там танки сейчас начнут. Рунмейт налево помощника. Там танчишь. РДДшники бьете помощника. Наверх его не поднимай. И второго себе грипанешь. Сейчас я поднимусь. Не ФКшим, идем дальше. Так, а квест я забыл на кого, блядь, 25-ки? На кровь, по-моему. Блядь, заберите помощника, он уйдет в рейд. Еще идет в рейд помощник. Сука, танки, нахуй. Че за хуйня, блядь, я не могу понять. Вы можете стаунтить, грипнуть его? С этого упали, побежали. РДД повернулись, бейте черепок. Милики, бейте ту хуйню слева. Там же подписано помощник. Вот помощник он взрывает, это АОЕшку дает. Ревнители еще есть такие с зелеными топорами. Милики, под морду к ним не заходите. Они вас ваншотнут. Все, потихоньку. Свободный танк, агри вот этих двух. Ученик, прислужник, вот эту петушню всю справа. Не стойте. Набирай пока агро на них. Ревнителя отворачивай. Блять, вы мне хоть про лут напоминаете, чтобы мне на трэш ставил, блять. Если будет где кольцо там какое боешное, скажите. Только сейчас включил. Ну и то же самое, помощники, вон. Этот, звездочку поставил. Это мобы, которые взрывают АВЕшат. Вон, рунмейт, иди забирай там звездочку и в бок. А остальную хуйню там варп перехватишь. Вот, вар, ага. И веди к той пачке, к протопалу. К протопалу веди, только отверни ревнителя потом. Вот где-то в центре отверни его лицом от нас, от миликов. Все, РДДшники звездочку бьем. Сейчас. Блять. Пока привыкнешь к этой всей новой гарнитуре, блять. Давайте я веселее трэш разъебаю. Че так долго, блять? Побью тоже жезлом. О, жука. Вот это другое дело. Давайте, хилим хилы. А то скучно стоять. Черепок выбегай. Сейчас сдохнешь, наверное. Щиток тебе дал. Чего?
Блять, я, по-моему, в одну кидал, в первую. Так, хули приставы, бегай. Так, теперь отпивайте ману и слушайте, значит, распределяемся так. Танки, вас трое, танчим вот здесь звездочка и вот здесь кружок. Значит, в кружке будет, давай будет Вакати, Вакати, на тебе три моба с той стороны из кружка. В звездочке будет дядя Стэн и Рунмейт. Рунмейт, твой моб с лестницы. Вот отсюда. Его грипаешь в звездочку, ведешь, отворачиваешь. И крайний моб вот отсюда, с третьего окна. Дядя Стэн, на тебе посередине моб и справа моб. Там будет два фанатика, значит, справа и слева с крайних окон. Посередине приверженец будет выходить. Все милики РДД в первую очередь убивайте приверженцев, потому что если их быстро не убить, они повешают щит на себя и будут отражать магию, и тогда их сможет убить только милик. Вот. Или они там перерождаются, блять. Рога, конкретно ты играешь с этой стороны со звезды, напуливаешь два моба, ближний к леди и центральный, на вара дядю Стена. Вот как подведешь звезду, там уже когда срывать начнут, дашь там ударную волну, ну и так далее. Вот. Первая, вторая пати, милики и шаклон, играете в кружке. Третья, четвертая пати, РДД и милики и рога, играете в этой, в звездочке, в приоритете. Как только в звездочке убиваете, трэш помогаете в кружке. Вот, то есть Викендорф, КГЗ, Флаффи, играйте все звездочки. Но смотрите, не сдохните от фанатиков. Они кливают под морду, к ним не заходите, это самое главное. После трэша бьем босса. Из луж выбегаем быстро, на последней фазе духов не ловим. Ну там посмотрим. Там босс таунтится, все нормально, проверка. А, и по контролю, сейчас пристабав даю. По контролю, код. У тебя мгновенная хуйня прокает, вот эта поебень, которая быстро, ветерки мгновенно. Вот эту хуйню кидаешь в контроль. Ага, ну все, заебись. Пуляем, ебашьте, хуярьте. Тут припоты не надо ничего. 5 секунд трэш, готовимся. Лапу дай там, если нету лапы у людей. Так, служи, выходим. Отлично, трэш убили, молодцы, быстро. Контролим челика, далфир, глыба. Милики. Так, трэш скоро, 10 секунд, готовимся. Выходим с лужи. Так вот, там готов всегда, нормально. Так, контролим. Ой, так вот. Я фернул, но там это, не убейте его. Надеюсь, вас он не шотнет. Все. Башим дальше. Еще, наверное, пару пачек трэша будет. Блять, я даже себе внутренний огонь не бафнул. Ой-ой, шаман. Викендорф сдох, нахуй. Ладно, полежи пока. Не убейте челика там своего.
Вихрь ему закиньте. КГЗ. Все, трэш, идите, бейте. Дядя Стэн, блядь. Чуть не проебали. А уешь, быстрее трэш убиваем. Быстрее, быстрее, недобитый трэш. Фанатика. Это переродиться. Все, бьем пока босса. Так. 25. Контролим. Ну, в фире побегай там или овцу дай. Так, стоп по боссу. Отбегайте от босса, вставайте возле трэша. 5 секунд трэш ждем, потом переводить будем. Уберите от босса. Не бейте милики, петов уберите. 700 тысяч, 600. 500 тысяч. Все, по трэшу. Фулл ДПС. 300 тысяч. 300 тысяч у босса. Контролим. Так, не убейте. Бля, сейчас все гимны отдал, нахуй. Все, убили трэш, переводите босса. Переводите босса. Сдиспельте с меня сразу проклятие. Вот эту всю хуйню. О, ага. Да, давайте геру, шаманы. И фулл ДПС. Когда появляются духи, сразу отбегаем. Я постараюсь щитовать вас. Отбегайте лучше. Тренируйтесь перед 25-кой. Так, контролим. Милики не убейте. Стоп АУЕ. Не убейте, не убили нахуй. Может каплю сдал на леди. Может такое быть. Там он, в принципе, не шотает, но если он со стрелой совпадет, когда долетает и хлопает, может и убить. Вот духи появились, сразу отбежали от них. Смотрите, чтобы на вас не летели. Все, так и добьем. Так. Шаман, я не пойму, блядь, кто тебя хуярит там? Ты в луже стоишь, что ли? Шаман, ты лужу зеленую хоть видишь? Так, Бладрейвена не убейте. Он там кастует, блядь, семя. Сейчас всех заебашит. Что там у нее хп, блядь? Контролим лока. Блять, у всех лагает, сука, подлагивает что-то. Что-то прям сейчас пошли лаги, я хуею. Странно. Все, добиваем. Все идем через лифт. Там стоим, ждем. Сейчас я поднимусь. Потом поедем все вместе. Кольцо хорошее на танка. Не лифт, портал, я наебал. Портал, идите у лестницы. Портал. Блять, это ебучая табличка еще с этим ОД нахуй. Ну как ОД можно в ПГП было написать? Пиздец. Так. Все, бегу. Дорога, пошли, что ты стоишь там? Да, ДД теперь можешь. Давайте вот этот трэш убиваем, а уешим в танки вперед, урывайтесь, разъебываем. Прям.
Нихуя не сделал, не законтролил, имеешь в виду? Ну, давай посмотрим. Так, смерч. Три, два в резист, один в иммун. Может быть, ты увидел это? То, что в иммун ушло или в резист? Да не, он, наверное, старался. И получилось, что у людей сопрот вот этот от темной магии или что там. И они не законтролились. Да ничего, нормально. По крайней мере... Нет, он записал только два резиста и два, один иммун. Ну, а те, кто попали, типа, в, ну, в вихрь, он, наверное, не записал. Ну, у меня рекаунт, по крайней мере, так пишет. Так это дебаф, наверное. А там смерч у тебя показывается вообще, смерч? И сколько он применял его? Ну, ну вот видишь, у меня пока... У меня только два резиста и один иммун показывает. Ну что, три типа, в рез... два в резиста, один в иммун ушли. Да не, никто не душит ничего. А ты что, сдохший был? Ты сдохший? А, я что-то даже не заметил. А когда ты сдох? В конце? На последней фазе? А... Ладно, берите эти. Да ничего страшного. Почилил, отдохнул. Этот самый, берите, кроме хилов, любые тела в пушке. Рунмейт, полетишь туда. Полетишь туда. В Акате здесь остаешься. Чек на пул. Частицы все на рунмейда. Ну, два мага точно. Запустил корабль. 4. Видишь, он тебе моментально дал циктол, он ушел резить. Да и, блядь, похуй. Ничего страшного. Я не знаю, что там в Гере делают. Тут 25-ку в Геру, когда приходишь, там 3 контроля надо давать. И пухи там снимает ДБМ. И этот еще, как он называется. И, наверное, надо будет от темной магии снимать эту хуйню, чтобы в резист не уходило, блядь, это поебеть. И лапку, наверное, еще, блядь, не знаю. Но, по крайней мере, по ДПС он хорошо дает. То есть, для леди 12 тысяч вообще красавчик. Ну, я фиры давал, вот кто в центре стояли. Ладно, все. Че вы начали в хуйню всякую? Вот давайте. Вот у нас сдох КГЗ. Давайте пообсуждаем. КГЗ, какого хуя ты сдох? Чего? Details? Давай, лети, рунмейт. Лети. Сейчас уже будет это... Все, танчи Мурадина. Перелетайте. Сейчас вон он, маг появился. Максимальное количество людей перелетаем. Здесь много не надо. Так, из луж выходим, шаман. Или кто это? Короче, этого убьете, еще оставайтесь там. Рунмейт пока что танчит. Два мага убьете, улетишь, и потом посмотрим. Да, два мага точно постоим. Короче, второго мага сейчас убьете и улетите все. Сначала ДД, потом рунмейт. Все 4 хила, все 5 хилов смотрим на, рун, это, на рунмейда, хилим его сейчас. Кастуем частички на него, все. Блять, у меня подлагивает, блять. Пиздец. У всех такая хуйня, пиздец. Задержка какая-то ебаная. Так, убили мага, улетаем, улетаем.
улетаем. Быстрее улетайте с того корабля, блядь. Все, рунмейт, улетай в пизду, блядь. Долго улетают, я хуею. Давай, улетай. Смотрим на Мурадина. Как скинет, сразу полетишь туда. Сейчас уже тем более маг скоро. Че там? 2 секунды, 1. Все, лети обратно, танкуй. Все, полетели, мага бить. Ну так же 2 там, скорее всего, пушки добьют. По хп сейчас гляну. Да, скорее всего, должны добить. Пока что у него хп мало. Ой, то есть стаков мало. А ты, шаман Эршам, зачем туда перелетел? Отсюда бы стоял, хилил. Сейчас второй маг появится. Пушки давайте серьезнее там. Не проебывайте, не перегревайте пушки. Там прочитайте 1-2 кнопочки. Там написано, на скольки перегревается. Сколько стаков пара накапливает один удар единичкой. Бьем мага. Посчитайте так, чтобы когда вы нажали единичку, у вас не было сотки перегрева. И на самом ближнем числе к сотне пара выпускайте двоечку, чтобы был максимальный урон. Это был гайд на то, как стрелять из пушек на кораблях. Это, наверное, лет 5 не сидел. Так, это был второй маг, да? Блять. Короче, родмейт, стоишь до упора. Как не зыбку отдашь, скажешь, короче. Все, бьем. В акате подбеги, дай каплю по рунмейду. Плейн жертвенности. И на себя там 50 на 50 нажмешь. В акате. Ты тут? Блять, он не тут. Так. Ладно, надеюсь, пушки добьют. Сколько там стаков на Мурадине? А, незыбку дал. Хорошо. Короче, сразу после незыбки дам тебе зубы. Надеюсь, пушки добьют. Так, дал зубы. Все, заебись, исчезли. Сейчас корабль куда становится? А, КГЗ уже все, покинул. Так, ну я думаю, я пойду подамажу, наверное, сурка. Марухич, зачем похилить? Ты же ДД. У нас 5 хилов, блядь. У нас 5 хилов, ты чё? Блядь. Так. Кольцо хорошее выпало на РДД, на хилов. Запы. Сейчас на сурке посмотрим. Проверка на пул. Чё там, воля топ-3 плюс РЛ я писал. Бля, мне-то нахуя воля. Вол. Ладно, пока минуту запускается, я запустил босса. Сейчас пока спекнусь. Так, АДС у нас кто собирает на этот, как он называется, на ШМ? Шнурки собрал или нет? Я что-то не помню. С
Саня следующий собирает. А, ага. Такс. Короче, думаю 250, но со мной, наверное, может и 260 будет ДПС. Секунда. Давайте Геру и Пашу. Трэш зерга. Короче, метки будут появляться, там распределим частицы с вами. Вот первая метка. Это давай Зорик, частицу на Мейсона и хилишь. Дальше кого хочешь. Частицу на Мейсона. Вторая метка, сейчас смотрим, на кого бросится. Вот на рогу Женек хулилает, на рогу частицу и хилишь кого хочешь. Так, рейдовый 270 показывает. В конце посмотрим, сколько будет. Вообще, я вам скажу, если 270 в конце будет, это на фол можно пройти. Так что не расслабляемся. Так, меточка на мне. Ну так, хило, холиприст, поглядывай за мной. Я, в принципе, шипешник, отхиливаюсь немножко. Так, поглядывай обновление, кидай там молитву. Четвертую метку Иршам посмотрит. Так, на Зорике. Вот Иршам на Зорика. Обрати внимание, не урони его, подхиливай хорошенько. Тоже хило на него кидай там обновление, чтобы подхил был хороший. Так. Рунмейт, ну давай Т4, ДКшная, давай. Ага. Вакати, давай массакру. Так, на ХП гимн отдал. Добивайте. Танки открывайте пока портал. Так, в конце у нас ДПС. 200. Я вам скажу, это на фул ДПС. Это мы на фул можем пройти. Так что сосредоточьтесь. Так, что там? Завоеватель и покоритель.
Может быть, профы не сразу, там, я думаю, зачистим сначала, поразролим, потом уже пойдем на квартальных, там посмотрим. На чумку идем. Не АФКшьте, портал идем, перекура пока не было. Перекур попозже. Пошли на чумку идем, дамажим трэш. Так, ну на трэше я пока в шипешнике подамажу, чтобы это быстрее все было. Пока в 4 по хильте. Ну если мои вычесть, в принципе, что у меня там 12260. Да, да, проходной есть у нас. Но надо все четко сделать красиво. На лане, на синдре, на профи. Агрите танки, что стоите. И башим. Так, лут. Лут, лут, лут. Так, кто там с пугов в гильдию, если хотите, гильдия дальневосточная, второй рейд формируется. Вот, если кто-то дальневосточник есть, то присоединяйтесь. Ну это да. Ну, ДПС на сурке показательный, он говорит о том, что мы на фул можем закрыть. Все только от вас зависит, как вы сыграете. Если кто-то тактику будет хуево исполнять, то, конечно, будут проблемы. Давайте ауешим всю эту хуйню. Так, диспелим. Давайте бежим дальше. Поешка. Где она? Ага. Сука, это ебучая табличка, блядь. Опа, ну-ка сдиспельте меня, оп, хорош. Так, собак пока не агрите, вот этих двух мелких уничтожим. Да. Вместо кого? Ну кто не орк? А, давай, давай. Пусть знает. Блин. Я хотел в это в хила спекнуться. Ладно, сосредоточьтесь. Сейчас, короче, надо будет прожим отдавать. Заведи сюда дальше собаку. Сюда танки заведите. Этот рунмейт стакай незыбку. На первом истреблении будешь давать. Приготовься. Давай. Даю гим на хп. Холи приз себя в первую очередь захилить. Старайся.
Два холи палоч, частицы на себя дайте. На втором истреблении будет Вакати давать массакру. На третьем холи палы. Абитея гимн на ману, на хп. Успеет, нет? Не шотнуло, вроде нормально. Ну и третий, если каз будет, старайтесь быстрее добить. Если каз будет, хулилайтом дашь массакру. Давай массакру. Хорошо, пойдет. Да, ну, да, да, пробивает. Ничего. Да, чтобы с одного тика. Он снижает процент на истребление. Он истреблением снижает до определенного процента, а потом ауешит еще. Вот, чтобы этот трэш под собаку был, все под собаку встаньте. На истреблении гнев небес, если есть трэш. И ауешим. Когда вас отхилили, уже ауешим. Блять, я лут-то хоть ставил, да, поставил. Ленточку просто кубик нажимаем и все. Сейчас направо, налево сбегайте, активируйте танки, здесь оставайтесь. То со скоростью там, с быстрым бегом, там кот, рога, например. Запустите ловушки. Все, активируйте. Танки ловите. Гнев небес. И вторую. Что, вторая есть? Или это две сразу? Вторую тоже активируем. Кто-то там в слизняке бегает, блять. Лол. Все, нашли, нормально. И бегите сюда к нам. Так, бежим на тухлого. Это налево. Так, я спекаюсь пока что. Ебаните этого гуся. Сколько тут ранжа? 10 метров, да? 8-10, короче. Это кучками не стоим. Соблюдаем ренжу. Сейчас я метаньки поставлю. У меня нет. Значит, Эршам в кружочке. В ромбике холиприст. Холипалы под боссом можете. Вот. За спину босса никто не убегайте, там, чтобы вас хилы не искали потом. Одну спору в кружок, одну в ромбик. Одну под боссом. Вот. Сейчас мана немножко отопьюсь. И начнем. Да не, не надо. ДПС, ДПС хороший на сурке. Должно и так нормально быть. Это хуйня, когда ДПС 200 тысяч. Мы были 200 тысяч, так сносили. У нас 270. Но без меня 260, считай. ДПС охуенный. Проверка на пул. Рунмейт первый начинает. Так, хилы. Имейте в виду, когда босс всю гниль с пола вдыхает, уже танков нужно сильно хилить. Вот сейчас частицы на рунмейде, когда переключатся, частицы на вара перевешите. Ну, постараюсь вам сказать. На счет 3 будем пулять. 1, 2, 3. Да, нас хрипы. А, ну хуй знает. Ну и похуй.
Давайте ебашим. Сейчас по рейду будет дамаг большой. По танку поменьше. Как он начнет вдыхать, будет наоборот. Так, споры смотрим. Это все милики. Давайте. Два милика. Один остался. Один в ромбик, один в кружок. В кружке не вижу. Или была. Что-то маленькая, незаметная, наверное, да? Да? Сука, на вас ругаться, что ли, начинать? Милики, блядь. Ну, ГЦ, блядь, хули. Так, хило стоит. Давай, выбегай. В ромбик, сука, выбегайте. Вы смотрите, у вас камера нахуя дана вам? Монитор, блядь, зачем? Вот. И... Один под боссом стоял. В кружке. Все, сейчас еще третьи споры будут. Сейчас уже по рейду меньше надо будет. На рунмейда больше сейчас хилок. Прям сильно. И этот, обновляй на него. Вот сейчас прям оверхилим его. Этот, щит земли там обновляй. Так, в Акате давай каплю по рунмейду, длань жертвенности. Сейчас будем Т4 давать. А чё это? У всех такая озвучка? Давай, это, на едкую гниль рунмейт готовься Т4 нажимать, и женёк будешь массакру давать. Готовимся. Чё там, скоро она? Нет, что-то мне не показывает. У всех эта хуйня, четвёртый спор он кинул. Вы все это видите? Ладно, ловите. Все, давай, Т4, Женек этот самый. Какая-то хуета. Он, по-моему, свейдился, короче. По-моему, он свейдился, блядь. Так, что там, Рон? Так, у тебя 9, я это не могу понять, там что-то. 9, да, рунмейт показывает. Ладно, как спадет, заберешь с Вакати. Пока что Вакати машет. На Вакате частицы все перевешиваете. Щит земли тоже на Вакате перевешиваем. Вакате хилим сейчас все. Вот пошли вдохи на боссе. Сейчас по Вакате больше намагают. Ничего, нормально. Ну я первый раз такую хуйню вижу. Что-то свейдилось, что-то, блядь, не то случилось. Ротация у босса сбилась, блядь. Спокойно добиваем. И у босса, кстати, 3 вдоха, нахуй. Сейчас он что, в 4-й вдохнет, что ли? Я не вкуриваю. Вот это лол будет, конечно. Смотри, смотри, сейчас 4-й появится, не? Нет, только 3, да. Ну, Катя, ну давай 50 на 50 нажимай. А, все, рунмейт забрал. Нормально. Можешь массакру дать. Или каплю. Короче, похуй, уже добили. Так... Ну бегите пока на этого, как он называется. На гнилого. Параша выпала. Черный убойник, блять, энхи кто-то будет одеваться. Сейчас на кровь. Да ебаный, блять, аддон нахуй. Кто знает, как убрать вот это говно, чтобы ОД мне не линковало вот это, блять, параша. Прям бесит, блядь. Да, говнище вот это, блядь. Кидайте ролл на кровь. Не, это мне не так надо. Мне надо, чтобы, блядь, шмот мне линковало, а это не линковало. Хулила.
Орешка, ты чё, обкурился? Дядя Стэн, отдаю. Дядя Стэн. Нельзя отдать этому игроку. Отдаю Холи Лайт. Фобус Мейсон, еще раз кидайте ролл. Еще раз ролл кидайте, Фобус Мейсон. Фобус 50. Фобус отдаю. Блять. Давай Мейсону тогда отдам. Все, я отдал. Да, потом, конечно, что куда спешить. Еще целкашник находимся. Ебаните шкаф, блять. Я думал, вы уже там меня сумоните, блять. Рога, чё стоишь? Пошли. Рунмейт босса танчит, в Акате слизни водит. О, отлично. И Рогу еще там. Бафы кому-то какие-то надо. Сразу чек на пул. Босса только не сагрите. Вот Рога здесь, принимайте готовность. Хули Лайт. Мейсон вторую кровь золотой. То я готов. Пристабав даю, даю. Все, на счет три пуляем. Раз, два, три. Похуй. Пуляй. Пять сек, заебись уже, все. Хрипы, блять, хуй знает, что за хрипы. Надо послушать просто запись. Не диспельте, это шаман, тотем очищения уберите все шаманы, блядь. Проверьте, чтобы не стояло, тестер убери. Просто захиливаем. Я щиток кинул, хватит, нахуй. А ты чё, перебегаешь, да, куда он повернулся, рунмейт? Убегайте быстрее, когда он только разворачивается, плевать эту хуйню, чтобы не проходило по вам дамага. Или это большой вас подамажил? Нормально. Блять. Дайте Геру нахуй. Я забыл про Геру, что-то мы и на том боссе не дали. Давайте сами Геру, шаманы, там, на таких боссах. На квартальных уже скажу. А на этих я что-то, я, блять, забываю про эту хуйню, блять. На совете скажу там, если второй килисет будет, то не попозже дадим. Сейчас после этого босса пойдем на совет и Вальку закилим, а потом пойдем уже на квартально. Попозже пойдем. После Вальки перекур. Большой. Еще большой. Забираю еще большого. А то мы прохиливаем. Так, готовимся разбегаться из центра. Убегаем. Побежали. Ушли из центра на 20 метров. Когда скажу, вернемся. Так, давай Т4 рунмейт. Т4 рунмейт. Хулилайт массакру. Гимн ХП даю.
Ставь босса в центр обратно. Все, возвращайте, как было. Веди быстрее в центр. В центр возвращай. За спину прячемся. Прячьтесь. Кто-то вылетел там, блядь, у нас во второй пати, да, по-моему? А, умер, показывает. Тестер, ты умер? Травма. Охуеть. На совет бегите пока потихоньку. Трэш там пуляйте, только не весь. Так, Мейсон. Травма, перчи хорошие. И обоссанная кожа. Все, побежали. Так, на тебе пристабав сразу. Дядя Стэн, сразу в танка прыгай. Прям сейчас. А Трэше поможешь. Смотри, чтобы не убило никого. Какой? Квест? Я не гарантирую, ну, давай попробуем, я не против. Хотите попробуем? Да, там глазиком попризываете, локом по сюда повыводите, трэш. Стоим здесь, возле квеста. Квест берите. Локи, вызывайте глаз свой зеленый. Ловим аккуратно трэш, не падаем на трэш. Не срываем агро. Он рога АФК ушел. Звездочку зергаем росло. Агро не срывайте, сразу не врывайтесь. Дайте время прилично.